Друзья, всем привет, с вами Капанда. Сегодня играем в Roblox на Place Tower Battles. И я хочу попробовать затащить одними бараками. Так, убираем наши патрули, джипари, ставим бараки и будем играть только одними бараками и фермами. Этим я ничем пользоваться не буду. Так, и один на один, да? Давайте попробуем. Чисто одни бараки, пехота. Пехота в бой, как говорится. Сейчас глянем, что у нас получится. О, кто это у нас? Глантук какой-то. Эй, он зашел или вышел? Амиркхан 1899. Давай, гоу. Блин, у него снайперы есть и эти пикалетчики. Все. Рыба карась, игра началась. Он же зашел? Все, зашел. Полетели. Так, какую карту выбрать? Как он так быстро дерево поломал? Так, вот эту карту берем. Cyber Quarters. Давай голосуй уже. Я наверху. Нет, вон оно. Кто дерево сломал? Само что ли упало? Эть. О, красавчик. Здорово. Всем здоровенько. Так, так. Блин, подождите, а что я взял? Не бараки, что ли, взял? Нет, бараки. Я уже испугался, не бараки. Так, или ферму поставить. Нет, ставим бараки. Похоже, что-то на джипари просто. Так, наш один автоматчик. Где он? Сколько у него? У него жизней 3 всего, а у этих сколько жизней? Так, я еще ферму успею построить, да? Ферму успею. Бенчик. А у этих жизней по 4. Ну-ка, сколько он завалит? Один автоматчик, троих зомбарей. У него 3 жизни, а у этих 4 на 3, 12 получается. У этой волны 12. Блин. Это очково. Ну давай. Давай, товарищ, я в тебя верю. За родину сражайся. Давай, расстрел. Раз. Два. Все, нормально, он справился. Так, ставим еще ферму. Ферма номер 2. Ну, полетели. Эту волну, интересно, он замнет? Нет. Блин, а чё второй-то не выходит? Чё они так медленно идут? Ааа, капец! Давай, долби. Ой, у него 2 жизни еще осталось. Фу, молодец. А чё второй-то не выходит? Или у него всегда только один идет по карте? А, вон второй вышел. Чё-то они так редко выходят. Так, апгрейживаем раз, апгрейживаем 2. Фермы. Ну-ка, как у соседа у нашего дела, надо глянуть. Блин, что-то тяжело будет, наверное, одними бараками этими. Так, у него 2 снайпера. Блинский. Ну-ка глянем. Так, у меня еще один идет. Так, может еще одного автоматчика поставить? Или апгрейдить его? 450, а стоит 550. Давайте его апнем. А, даже не знаю. Не, ладно, апнул его. И 800 следующий стоит. Так, у меня 2 фермы. Они прорываются, нет. Два зомбака идут. Давай, вылазь, мой хороший. И где? Ты где застрял там? Чё спишь? Все, эти двое пробежали, да, наверное? Ну-ка, успею поставить еще одного. Оп, ну-ка, давай, вылазь. Есть, он не пробежал. Он прямо вот здесь его убил, на границе увидели. И все, сто. О. Ой, теперь двое выходит, что ли. Я, кстати, особо не играл этими бараками никогда. Фу-фу, давайте, ребята. Ну-ка, сколько у них жизни? У всех по 3, да? Ага, понятно. Их теперь двое вылазит просто. Давайте, расстреливайте их, расстреливайте бегом. Фу, блин, было жестко. Так. Так, либо мне сейчас построить еще одну ферму, либо бараки еще одни апнуть. Либо еще поставить. Наверное, я поставлю и апну, попробую ферму. Вроде пока не идут уверенно. Так, ферму ставим и апаем ее. Так, и теперь можно апнуть... 450 хватает, нет? Вот еще на одну такого. Та-т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 а. Да, наверное, вот эту апну еще одного. Капец, они пробегают что-то шустро. 450, давай, копись. И бенчик, все. У меня двое барак, апнутых до второго уровня, и 3 фермы апнутые. Ну-ка, вот их по 16 жизней уже. Они теперь по 2, короче, выходят. Давай, расстреливайте, ребятушки. Давай. Ой. Сейчас, короче, добегут. Все, сейчас их замну. Одного замяли.
Второго замяли, третьего замяли. И... тяжко. Ой, тяжко, тяжко, тяжко. Так, еще. Ставим еще ферму. Давай, ставься быстрее. И апаем ее. Ап. И теперь надо еще бараков одних поставить. Блин, я же босса не завалил этими. Одними бараками босса, как я валить буду, вообще без понятия. Ой, толпа идет, братков. 4 штуки. Ну-ка, как у соседа дела? Соседушка, как дела? Так, у него снайпер Юги, он там снайперов, короче, понаставил, 5 штук. И вон босс уже идет, и у нас босс идет, все. Все, ферму уже хватит ставить, нужно ставить теперь. 450 не хватает. Или может апнуть? Апнуть стоит 800, вообще не хватает. Нет, надо уже за 450. За 550, короче, покупать третьи бараки. И апать их за сколько там, 450, по-моему, стоит апнуть. Блин, босса фиг замнем, 180, ужас. Так, бараки 550 ставим. А, только двое барак может. А, я больше не могу их поставить, тогда будем этих апать. За 850 и вот этих терна за 850 апнуть. Ну-ка, как у босса сейчас будем, смотри. 180 жизней и потекли. А, он сейчас дойдет. Нет, они не завалят его. О, он их вообще своим пупцом всех замял. Ну-ка, давай, хоть эти продержитесь. Давай. Нет, дойдет. А, козява. Есть, один выжил. Один хоть выжил, это нормально. Так, и апаем и еще вот эти бараки. 800. Теперь надо... А что, больше двух бараков нельзя поставить? Капец, можно поставить всего двое бараков. Но я не знал. Ну что делать? Вот у нас все автоматчики. С наушниками идут, да? У них все равно по три жизни. Блин, мало. Это очень мало. Так, давайте еще ферму тогда поставим. И еще ферму поставим. Все, мне хана, наверное. Я не смогу затащить. 3400 я не накоплю. Ва, капешки. А, у них, короче, увеличилось. Радиус увеличился. Ну-ка, давайте на халабучего идти. А, за 3400. За 3400 надо накопить, это очень много. Всего двое бараков можно поставить, это очень мало. Я думаю, что хотя бы 5-7 сделаю. Ва, держитесь, ребята. Капец, я даже не могу дойти прорваться туда, постоянно вот здесь. Так, 3400, нет, не хватает. Так, а кто проигрывает? Красный, я синий. Это он, что ли, пропустил уже, напропускал? Ага. Так, тихо, мы пока тащим. Очень тяжко, но что поделаешь. Надо за 3400 хотя бы апнуть, посмотреть, что там будет дальше. Бараки на третий уровень. И пока... А, нет, они уже третьего, на четвертый уровень, да. Давайте, ребята, о, сколько их тут уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Эй, а ты куда провалился? Двойная пушка. Ну-ка, давай. Во. Апаем, есть. Апнули. Ну-ка, что там апнулось-то у них? Интересно тут посмотреть. Ой, что-то тяжко, сейчас всех замнут. Сейчас эту кучу этот босс замнет всех. Мамули, караули, все, нам хана. Да? Ва. И сколько осталось? 130 и 180. Ёлы-палы, будет больно сейчас. О, вон никакие в брониках теперь. По 5 жизней стало. Есть! Мы победили. Но еще бы чуть-чуть, и нам пришла бы ханашка. Ханашечка бы нам пришла. Есть, мы затащили. Одними бараками, одними солдафонами. Солдафоны затащили. Ну, что-то это было слишком быстро. Давайте попробуем еще разок, да? Давайте глянем еще разок. Ну и что? Давайте попробуем еще раз. Так, какую карту возьмем? Давайте, да, фонд. Кто там у нас? О, чувак какой-то. Маски. Маска черной пантеры. И спрайт. Здорово, чувак, как жизнь? О, тоже брал фонд. Ну что, попробуем затащить еще раз. Одними пикалетчиками, этими автоматчиками. Одни бараки будут у нас, и все. И фермы, больше ничего.
То есть атаковать я буду одними бараканами. Бараканы, бараканы. Ну-ка, там что-то чувак, кем он будет играть, вот глянуть. Ага, опять снайперюга. Снайперюгу поставил. Надо было вот сюда его поставить. На лилию. Ха, в болото. Конечно, туда вниз не помню. Нельзя же поставить. Сейчас пойду по мосту. Ага, еще у него пистолетчики есть, самые первые. Понятно. Ну, вроде бы он не особо сильный. Ну и мы-то не особо сильные сейчас. Так, 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 ставим ферму. И апаем ее, если успеем. Так, этих мы быстро сейчас завалим, а вторую волну я не помню, завалит или не завалит. Фу, нормуль. Так, 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 ферма, 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 ап. Готово. Давай, 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 вали, 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 товарищ. Давай, 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 должен успеть. Успевай, успевай. Ва-а-а! Все, съели его. Нет? Единичка жизни осталась. Единичка. Так, надо еще, наверное, поставить. Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Двое барак у нас. Две фермочки с бараками. О, что-то быстро не подходят. А, не шустрый, спиди. Ага, шустряк который. Все, в ЗК идут, нормуль. Так, как у товарища у нашего дела? Товарищ. А, товарищ. Так. А чё больше никого не ставит? Наверное, апает их. Давай, 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 вали. У него пикалетчик, я даже не вижу, какого он уровня. И снайпер. А у меня фул. Он в друзья хочет добавиться, но у меня фул, у меня лимит. Ааа, 500 пропадает, быстро, 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 надо поставить ферму еще одну успеть. Ааа, мамочки, вон они идут уже, нет, надо апнуть. Так, есть этого апнули. И за 450 еще одного апнули. Все. Тихо, тихо, тихо. Они чуть не прорвались. Все, теперь по двое выходят. Теперь выходят по двое. Блин, надо было ферму, наверное, поставить. Я их апнул обоих. Двое барак у нас теперь второго уровня. И одна ферма, да, второго уровня. Но зато они сейчас должны эту волну вообще хорошо снести. Ну-ка, как у него дела? Ну-ка, давай глянем, как у него дела. Ага, он поставил второго снайперюгу. У него два снайпера. И один вот этот вот пикалетчик. Пикалетчик, пикалетчик. О-о-о, 700, 700, 700. Надо быстро ферму, ферму, ферму ставим. Ферму и апаем ее. И ставим еще одну, наверное, ферму. Да, потому что 850 будет слишком дорого. 850 же стоит на третий уровень. 820. Все равно дорого. Так, 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 давай 300, 300, копейска. Ой-ой-ой, что-то не пробегают. Так, нам самое главное тут не сейчас не это вот, не тупить. Надо подумать. Нет, наверное, надо ферму поставить. Я не хочу сливаться. Так, окей, ставим ферму и апаем ее. Не успел поставить до волны. 50 монеток потерял, ладно. Не беда. Так, сейчас скоро босс уже пойдет на 8 волне, по-моему. Нужно срочно апать еще за 800. Или ферму поставить еще одну, даже не знаю. Нет, надо апать, а то можем слиться. За 820 надо будет апать сейчас. Так, что у него там дела, как? Ага, он еще понаставил пикалетчиков. Все, босс пошел. У него босс идет и у нас идет. Блин, 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 а я успею до босса-то еще раз апнуть. Мне кажется, мне денег не хватит. Мы сейчас должны вот этих всех завалить. 600. Блин, главное, чтобы 820 хватило. Давай, 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 давай. Все, есть. Апаем, апаем, апаем. Есть. Одного апнули. И теперь надо второго за 820 апнуть. Давай, 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 давай. 820 чуть-чуть осталось. Наверное, вот этих мы сейчас первых лупанем. А может и не хватит, мне сотни надо, 95 не хватает. Так, 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 так. 770, ну давай. Не, не хватит. Сейчас босс у всех замнёт. Мама! Ва! Ба-ба! Все, все подохли. О, апаем. Оп, есть, успел, апнул.
Сколько у босса-то осталось жизни? Блин, у него оставалось 15. Чуть-чуть не хватило. Так, ставим ферму и апаем ее. Так, теперь мне надо 3400 накопить. 3400 очень дофига. Наверное, я поставлю еще одну ферму. И апну ее. Так, сколько у нас ферм? 5 штук, да, будет? Да, 5 штук. Так, все, босс, они сейчас этого вольнут быстренько и дальше пойдут. О! Все, третье уровня. Бандиты наши. Третье уровня, ну-ка у него как дела. Так, у меня 1200. Или ферму поставить, или ждать, апать. Даже не знаю. Он своих снайперов уже проапал. Да? Снайперов проапал. Что-то он зря их сюда ставит, надо было сюда ему в кучку ставить все. Вот сюда, чтобы они вот эти две. Вот эту петлю, чтобы закрывали. И вот сюда ставить, чтобы вот эту петлю закрывали. Ладно, пойдемте глядеть, что у нас там творится. Да у нас там боссы, ебат! Два босса. Мамочки, будет тяжко. Одними только бараками будет тяжко. Ой, и тут что-то все проходят уже. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. 2500 мне не хватает, надо 3400. Блин, жалко, нельзя еще бараков поставить. Нет, извините. Давай, 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 только не замни моих солдат. Тихо-тихо, сколько их осталось? 7 штук. Мама, сейчас одного сожрут. Сейчас сожрут одного. Все, одного сожрали. Второго сожрут сейчас. Блин, второго сожрали. 3400, давай, 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 давай. 3400 и... Это сейчас дойдет еще. Так, все. Одного я апнул. Эй, давай вылазьте, товарищи. Все, десятка минус у меня. Все, я потерял. Вау, и тут что-то никто не вылазит. Все, нам хана. А что они не вылазят, и никто? О, наконец-то вылезли. А там боссы... Не, все, нам пипец. Тут мы как... Не крутим и не успеем. Давай, 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 вон там подмога. А ну, босс идет, два босса идет, капец. Все, нам пипец. Тут мы не затащим. Вау! Армия! 4 человека против целой армии. Зомбаков. Давайте еще сзади подсасывайтесь, там вылазьте быстрее. Капец! Все, бенч, все, всех завалили, 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 завалили. И все, мы продули. Первый раз мы затащили, ну тяжело, очень тяжело одними бараками играть, вообще жесть, просто жесткач. Но чё, было весело все равно, мы продули, но чё поделаешь. Тяжко, тяжко одними бараками, можно было бы еще их поставить, было бы прикольно. Если можно было бы хотя бы 3 или 4. Молодец, дружище, ты затащил. Это было чертовски весело, ха-ха, и эпично. Все, друзья. Спасибо за просмотр, с вами был Капанда. Кстати, пишите в комментариях, какие хотите еще режимы в этом, на этом плейсе. Точнее, какими только одними юнитами попробовать затащить карту. Пишите. Я уже джипами пробовал, одними тоже играл. Но там джипами полегче, конечно. Но вот бараками очень тяжко. Что-то очень тяжко. Ладно, друзья. Все, всем пока.